Для того, чтобы дети интересно провели время на летних каникулах после завершения учебного года, летние лагеря распахнут для них свои двери. Детский оздоровительный лагерь «Октаж» при Министерстве внутренних дел служит для того, чтобы дети с удовольствием отдыхали на склонах гор, закалялись и совершенствовали свои школьные знания, а главное, были еще здоровее. Горные пейзажи и подвижные игры, водные виды спорта и свежий воздух – главное преимущество лагеря «Октаж». Получить путевки можно по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17.00 в информационно-справочном центре МВД, расположенном на автостоянке. Стоимость коммерческой путевки составляет 2 миллиона 6 тысяч сумов. Телефон для справки 71-231-4813. Детский оздоровительный лагерь «Октаж» для будущего и здоровья детей.